вечер. Какие есть новости? Добрый вечер. Ну, пока хороших новостей никаких нет. Продолжаются суды. Какие-то по имущественным делам они почему-то переносятся. Переносятся не просто на несколько дней, переносятся сразу на 2 месяца. Ну, хороших положительных новостей пока в принципе нет. Поэтому мы продолжаем выходить. Творится беспредел, творится издевательство над людьми, которые проходят по делу Сергея Ивановича Фургала. Поэтому мы хотим напомнить хабаровчанам, что Сергей Иванович невиновен, что вы выходили 2 года назад, и почему вы все, когда приходили его избирать, забыли человека, который делал для вас за эти 1.5 года, которые он был на посту губернатора Хабаровского края, показал себя как достойного человека, достойного руководителя, ну и человека, успевшего сделать много хорошего. Марина, не так давно Фургал отказывался от своих адвокатов. Что сейчас слышно? Ну, отказывался, конечно, не горяча, а именно в суде и без... Ну, письменно, по крайней мере, письменно он пока не отказывался. То есть адвокаты продолжают его защищать? Ну, на защиту это мало похоже. То есть те адвокаты, которые есть, там не видно, как потом защита, потому что каждое заседание суда мы видим, что Сергей Иванович защищает себя сам. Поэтому за что адвокаты получают те деньги, которые гонорары, которые им положены, не знаю. Пока толку от адвокатов мы не видим за все это время.